третьем ковре победила Анастасия Филиппович, центральный федеральный округ, Смоленская область, завоевала бронзовую медаль в своей категории до 72 килограммов. На третий ковер вызываются спортсмены весовой категории свыше 98 килограммов. Александр Кучук, Иван Шаворин. Готовится также Юхов, Бартис Акопян. Поединки за бронзовые медали на чемпионате России 2022 года. В красной форме Александр Кучук, мастер спорта международного класса, город Москва. В синей форме Иван Шаволин, мастер спорта, Сибирский федеральный округ, Кемеровская область.